Пограничников, попавших под обстрел в Азовском море, доставили в Одессу. Два катера береговой охраны находились неподалеку от города Новоазовск. После атаки береговой артиллерии один из них затонул. Двое членов экипажа пропали без вести. Еще семеро получили ранения. Сейчас их лечат в Одесском госпитале, погранслужбы и ожоговом центре. Медики рассказывают, через несколько недель пятеро пограничников смогут вернуться в строй. Остальных ждет реабилитация после ожогов. Кроме того, пограничников ранило шрапнелью. В целом, здоровье раненых не вызывает опасений у врачей. Получил такие повреждения, как ожог лица, множественное скользкое ранение туловища, брюшной стенки, грудной стенки. Прибуло в наш госпиталь 5 чоловік, і двоє знаходяться із них на лікуванні стаціонарному в опіковому центрі області. Загальний стан їх, в принципі, близький до задовільного. Медикаментами вони забезпечені, перев'язувальним матеріалом також. Продовжується лікування. Среди пропавших без вести пограничников есть один одессит. Это старший лейтенант Денис Петухов. Его поиски продолжаются в Азовском море.